Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня вашему вниманию представляем трактор МТЗ-826 2009 года. Давайте смотреть ближе. Трактор экспортного варианта. По технике абсолютно никаких нареканий нет. Все узлы, все рабочие. Коробка, двигатель. Так, давайте посмотрим резину. Передняя резина. Немножко износ есть. Так, видим здесь балочный мост. Задняя резина новая. Как резина, так и диски. Что с одной стороны, что с другой. Задняя навеска рабочая. Она у нас от 12-21. По внешке есть что доработать. По технике абсолютно все в норме. Как вы знаете, у нас есть наличный-безналичный расчет. Также можем помочь с доставкой по территории РФ любой техники, выбранной у нас. Так что, выбирая компанию Boston Technic, прежде всего вы выбираете качество обслуживания, прозрачность сделки и сопровождение на всех ее этапах. По моточасам наработка здесь 5300 моточасов. Перебирали двигатель, перебирали коробку здесь. Внутри все стандартно, без излишеств. Рабочий трактор, поэтому красоту ему никто не наводил. Он выполнял и выполняет свои задачи. Так что, друзья, кому нужен отличный балочник, обращайтесь и приобретайте. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя.